ненавижу перелеты. Очереди, толпы людей, задержки рейсов. А я люблю. 6 часов в покое, никто не тревожит. Дамы и господа, сегодня мы совершим беспосадочный перелет в Нью-Йорк-Лондон. Часто летаете? Всю жизнь. Некто угрожает, что каждые 20 минут будет убивать пассажиров, если на указанный счет не будет переведено 150 миллионов долларов. Мы над Атлантикой. Как можно незаметно убить кого-то в салоне? Дамы и господа! Прошу всех поднять руки над головой. Плохая идея. Маршал, мы имеем право знать, что происходит! Агент Маркс, указанный номер счета открыт на ваше имя. Что? Абсурд. Это подстава. Его цель в чем-то другом. ФБР, Белый дом и Интерпол подтвердили сообщение о захвате международного рейса воздушным маршалом. Агент Марс, ваш борт на прицеле у наших истребителей, как слышите? У нас не осталось времени, вы слышите меня? Я не захватывал самолет. Я пытаюсь его спасти. Воздушный маршал. Скоро в кино.